душ в ночь. Все там, пальто развивается, волосы назад. Эдакий жесткий парень. Уходит в ночь. Ну, видите, получается, что видишь эту ситуацию как будто бы со стороны. И такое ощущение, что уже далеко не первый раз. Этот человек действительно уходит в ночь в никуда. Доходит до ближайшего перекрестка. Магазин 24 часа. Скрывается в нем. И через 8-9 минут выходит наружу точно таким же жестким парнем. Но уже на мягких ногах. Как вы думаете, куда он выходит? Себе восвоясь. Понимаете, если мы все это заговорили, вот, среднестатистических кармических лузеров, давайте вот так вот. Мне кажется, что с среднестатистическим кармическим лузером эта ситуация случается, ну, от 50 где-то до 250 раз в жизни. Конечно же, в зависимости от темперамента. Я могу говорить, что у меня эта песня случилась где-то в районе полтинничек, около 50-го раза. Вот так вот. Ну, в общем-то, пафосное название, которое нужно сразу делить на 10. Я не вернусь! Что так больше не случится.